Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иаиль поражает военачальника Сесару. Иаиль, жена Хеверова, взяла кол шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько. И вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот враг гонится за Сесарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.